ВЗ. Приставка. Обозначает, и. В глаголах, один, направление действия вверх, например взметнуть, взлететь, два, доведение действия до какого-нибудь состояния, предела, например взболтать, три, быстрое возникновение, наступление действия, состояние, например взвизгнуть, взвыть, четыре, с постфиксом, интенсивное возникновение действия, например взбунтоваться, вздуриться. 5. Неинтенсивное, слабое действие, например вздремнуть, мало слов. Слушай плейлист.